3 воскресенья марта свой профессиональный праздник отмечают работники сферы ЖКХ. В канун торжества сотрудников самой крупной управляющей компании городского округа поздравили депутаты Московской областной думы и представители власти. Я благодарен всем, кто рядом с нами все эти годы. Я благодарен нашим подрядным организациям, ресурсоснабжающим. Я благодарен нашим депутатам, я благодарен нашей администрации. Всем, кто сопричастен для того, чтобы у нас получилось то, что у нас получается. Более 30 лет у штурвала самого большого корабля жилищно-коммунального комплекса «Люберец» Мамед Азизов. Пример успешного руководителя в сфере ЖКХ. Благодаря грамотному менеджменту ЛГЖТ уверенно держится в лидерах среди компаний Подмосковья. За заслуги Мамеда Кискеновича наградили премией и благодарственным письмом Московской областной думы. Под руководством Мамеда Азизова в Люберецком городском жилищном тресте трудится 800 сотрудников. А в домах и дворах всегда порядок и чистота. Всех причастных к профессиональному празднику поздравили областные и люберецкие депутаты. Коллеги и глава округа Владимир Ружицкий. Я благодарен сегодня всем вам и Мамеду Кискеновичу, руководству ЛГЖТ, что сегодня любой вопрос, который возникает, я ни разу не слышал слова «нет». Не знаем, не получится. Это вообще нельзя. Чем хорош Азизов Мамед Кискенович? Есть, понял, решу. Я сам порой думаю, как он решит, это же проблема большая. Но он идет и решает. Поэтому сегодня в ЛГЖТ слаженный, хороший коллектив. За успехи в работе и преданность компании сотрудники ЛГЖТ получили благодарности и знаки отличия Совета депутатов Люберецкого округа, а также почетные грамоты Министерства ЖКХ и главы муниципалитета. Анна Троян, Валерий Абсолямов, телеканал ЛРТ. Всем привет, я Луиза, а вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки, и вы будете в курсе самых интересных событий.